Так, теперь история, которая касается Преснякова, которая участвовала в группе «Самоцветы», если кто помнит. Пешеход, которого насмерть сбил автомобиль, как раз Елена Преснякова, от удара пролетел до перехода. Об этом рассказали свидетели трагедии на дороге. В воскресенье машина, которую управлял личный водитель солистки «Самоцветов», наехала на мужчину в Подмосковье. Живой он, я так определила, потому что его увезли все-таки в скорую помощь. Не кричал, никаких признаков жизни не подавал. Просто я вижу, что его пульс посмотрели, сердце там проверили. И вынесли носилки. На носилки еще положили такой вот дренаж, чтобы, ну, если позвоночник там что-то... Полиция до сих пор не знает личность погибшего. На вид мужчине около 40 лет, но документов при нем... не было. Как рассказали очевидцы, шофер белого «Лексуса» был рядом с пострадавшим до приезда скорой. И опять же, по словам свидетелей, погибший сам нарушил правила. Я знаю, что ходил мужчина в белом костюме, звонил вот вокруг него, кому-то названивал. Он переходил как раз вот напротив моих окон, ну, то есть вот здесь как раз это. Там место, конечно, неправильно он пошел. Ну и что в результате? Шофер очень поздно заметил пешехода и не успел вовремя затормозить. Сама Преснякова говорит, что была как в тумане в момент аварии. Она возвращалась в столицу из Твери после концерта. Певица сидела на месте пассажира. А после трагедии участница «Самоцветов» призналась, что не знает, отправится ли теперь на гастроли дальше.